Привет, друзья! С вами вновь канал «Я и мой хвост», и я его ведущий Олег. Мы сейчас находимся в деревне. Сейчас пойдем знакомиться с деревенской собачкой по кличке Бим. Сразу протестируем собачку. Ну вот деревенские собаки, они имеют все одну и ту же мотивацию. Вот мы много говорили с вами про мотивацию и так далее. Любую деревенскую собаку можно купить каким-нибудь кусочком. Поэтому для того, чтобы подружиться, я взял с собой небольшие кусочки порезанной сосиски. Сейчас будем знакомиться с собачкой. Дима, привет! Димка! 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 Ты моя красавица! Молодец! За кусочек можно, в принципе, договориться. Что мы видим сейчас? Вот посмотрите. Дима показывает свою дружелюбность. Вот это же наши кусочки. Мы будем Диме показывать, что все-таки мы являемся вожаками. Поэтому, если мы хотим ему дать кусочек, мы дадим. Но у нас это желание может и не появиться. Мы даем ему понять. Всегда давайте кусочек не с пальчиков, а с ладошки. Тогда собачка вас не прихватит. То есть вот таким образом. У нее просто физически не будет возможности вас укусить. Если вы будете давать с пальчика, собачка вас может прикусить за пальчики. А когда вы будете давать вот так вот, вот. Дима уже понял, что колбаска находится здесь. Интересно, Дима у нас может? Ай, браво, Дима! Да ты талантливый парень! Ай, молодец! Дима, иди сюда. Сюда иди. Вот это у нас стартовая площадка. Нет. Вот. Молодец. Правильно. Служи. Служи. Ай, молодец. С ладошки. Хорошо. Один такой момент. Расскажу вам. Знаете, почему, это вот как раз из зоопсихологии, почему деревенские собаки гавкают на людей, которые ходят мимо? Они таким образом пугают. А как это происходит вообще? То есть человек идет, когда к забору, собака начинает гавкать. И человек уходит. То есть у нее в голове откладывается какая модель поведения. То есть если она будет гавкать, то есть защищать таким образом свою территорию, то человек уйдет. И она уже закрепляется у нее. Человек подходит, она гавкает, человек уходит. Давайте еще попробуем. Что у нас там есть? Вот это вот сделать. Ай, молодец, браво. Лежать. Вот умные они, деревенские собаки. Его можно за кусок колбасы научить делать все, что угодно. Но этот кусок мой. И он уже осознает это.
то если я хочу ему дать, я ему дам. Если я не захочу ему дать, то я ему не дам. Дима, слушай. Ай, браво, молодец. Ай, браво. Еще. Хорошо. Хорошо, молодец, Дима. Служи. Дима, служи. Ай, браво. За одно занятие научили собаку служить. Спасибо всем за внимание. Это были деревенские заветки. Спасибо всем за внимание. Это были деревенские заметки. Я и мой хвост Бима. Доверие и уважение.